Всем привет! Сегодня мы открываем Барби и вот это. Всем привет, ребята! Сегодня мы будем с Алисой открывать вот такую большую гигантскую Барби с супер длинными волосами. Но перед этим мы хотели бы вас попросить подписаться на наш канал, чтобы не пропустить наши новые видео. Да. И нажми на колокольчик. А что это такое? Что ты открываешь? Я открываю обувь с вылета. Это на бочке очки есть, обувь, туфельки. Туфельки на платформе, да? Туфельки плоские, без каблука. Клатч. А еще что? Вот такая. Украшение на шейку. Да. И браслетик. И браслетик. Да. Классно. Кто открывает Барби? Давай. Ребята, посмотрите, это новинка, супер большая Барби с супер длинными волосами. А еще у нее какая-то интересная расческа, в которую можно будет складывать все аксессуары Барби. Так, Алиса решила начать с аксессуаров, да? Ручки тоже на резиночках у Барби. Она шарнирная, у нее все должно сгибаться. Какая большая, какая она гигантская. Ну-ка, на ножках что у нее? На ножках у нее одеты туфельки. Давай ее посадим на попу. Хорошо. Алиса говорит, что у мисс Кэти есть такая же кукла. Но я что-то не помню такого видео у мисс Кэти с такой куклой. Я помню, что они открывали больших кукол Monster High. А такая разве была? Ребята, если вы видели такое видео, напишите об этом в комментариях. Ну, действительно интересно. Кстати, у тебя такая есть кукла? Это обращение к мисс Кэти, да, Алиса? Да, чтобы ты поняла все. Что она должна понять? Ты должна, мама, понять все. А, чтобы я поняла все. Понятно, хорошо. В общем, ребята, давайте ее рассмотрим, эту красавицу. У нее супер-супер длинные волосы с розовыми прядками. Так, а это что за волосок у нас тут какой-то посторонний? Посмотрите, у большой Барби изгиб ножки такой, ну, средний, можно сказать. То есть нога у нее и не плоская, и не на каблучке. И обратите внимание, какое у нее красивое личико. Хочу просто обнять ее. Ай, Алиса, Мимилиса, ты мамочка, что ли? В общем, решила Алиса снять с нее платье. Давай, Алисюня, снимем и заодно рассмотрим, где же у нее шарнирчики есть, помимо ручек и ножек. Ух ты, какая большая девочка. Вот, кстати, смотрите, какое платье классное. Обалденное просто. Ну что, большая девчонка? У нее даже тело шарнирное, представляете? Ну все, Алиса, посмотрели, давай одевать. Давай. Давай. Эй, тихонько одевай. Не хулигань. Мама, одень, пожалуйста. Давай одену. Давай сюда платье, не дури. А ты видишь меня? Да. Через дырочку? Да. Я платье. Отдай мое платье, пожалуйста. Мне холодно. Алиса! Что за непослушная девчонка? Это Алиса. Забрала мое платье. Алиса! Нет! Нет! Нельзя так, Алиса. Нельзя. Ей же больно. Не больно. Больно. Мася. Алиса принесла Масю. И где-то еще у нас заиграла каруселька. Вон там, да, где Фёрбик сидит. Посмотрите, коска. Какой милый котенок! Какая прелесть! Давай назовем тебя Блиса. Это Мася. Это Мася? Да. А я хочу, чтобы была Блиса. Блиса, Блиса, Блиса. Ну пусть будет Блиса. Мася Блиса. Мася Блиса. Ой, какая милая девочка. А у нее есть котятки? Нету. Нету? Да, они куда-то. А когда они у нее будут? Ну... Давно-давно были, теперь потерялись. Да? Да. Алиса, давай сделаем селфи. Давай. Раз, два, три. Алиса, не надо так, нет. Сфотографировала. А давай как будто Барби делает вот
так вот. Ага. Вот. Ты хочешь, чтобы она так попозировала? Ну давай сначала ей платье так оденем. Вот. Ну давай вот так вот. Давай. Я буду лежать у тебя на плече. Раз, два, три. Фотографирую. Будем делать прическу для Барби? Да! Алиса, когда громко кричит, у нас включается каруселька, которая стоит прямо за Фёрбиком. Смотрите, какая классная расческа. Вовнутрь ее можно положить все аксессуары для этой Барби. Алиса сейчас хочет расчесать волосы. Алиса, это гребешок, кстати. Его просто вот так втыкают в волосы, так чик, и получается красиво. Вставила? Вот попробуй, да, сбоку, например. Давай я покажу, как. Так. Получилось? Вот, да, вставляется гребешочек в волосики. Мне кажется, Мася балдеет прямо, сидит у тебя на руках и балдеет. Ну-ка. Вау, какая красота и какие заколки красивые. Ух ты, смотрите, еще есть ободки. Можно ободок одеть. Мама своей Масе расчесывает Барби. Держи ее крепко, Алиса, она же испугается. Алиса. Еще в наборе вот такая корона есть. Одна у Барби одета серебристая. И вот такая розовая есть. Второй ободок. Очень красивый. Что у вас там происходит? Спасание. Спасание. Что такое спасание? Ой, Алиса, вот это что такое? Я не знаю. Это она сломалась. Как сломалась? Откуда? Где вот она была? Она, вот она. А, заколочка, да? Ну, давай я ее сделаю. Ребята, не переживайте за Масю. Когда она хочет убежать от Алисы, она убегает. А сейчас, смотрите, прямо обнимает ее лапами. Боже мой, какая любовь. Ты довольна, Алиса, что она у тебя такая послушная, да? Сегодня Мася хорошая девочка. Вот такую куколку мы открыли, невероятную. Посмотрите, красивую с волосами. Ну, тебе она нравится? Да, нравится. Шикарная, просто шикарная. А если волосы сейчас запутаются? Посмотрите. Ну и что это? Кто это у нас получился? Монстр. Какая-то баба-ёшка-монстр. Баба-ёшка-монстр. Давайте распутаем. Давай, распутай ее, чтобы личико было видно. Она же красавица. Бам. Какая красавица. Всем пока. Алиса. Всем пока-пока, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Скоро у нас на канале будет конкурс, и будет очень обидно, если вы не будете в нем участвовать. Всем пока, будь напишите лайк.